Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Тексас, студия SLTV, и у нас третий выпуск обзора недели. Как и всегда, начнем с фасткапов. Команды, которые на этой неделе одержали победы, вы видите на своих экранах. Не забываем, что при победе в фасткапе на 16 команд, ну и ММР-капе на 8, вы получаете слот в Weekend, где будет разыгран слот в Сэмми. Также не забываем о том, что StarLadder анонсировал ладдер призовые. Общая выделенная сумма $1000, из которых $700 для топ-15 ладдера и $300 на финал сезона. На прошедшей неделе в группкапе приняло участие всего 42 коллектива, ну и плей-офф был всего на 6 команд. Ну и как раз таки до плей-оффа добрались такие коллективы, как Догма, DevBuds, 99, AVE, UPS и Albatross. Альбатросы начали игру сразу с полуфинала, так что понадобилось всего 2 победы, чтобы выиграть слот в Сэмми. Мы, конечно, их с этим поздравляем и желаем дальнейшего продвижения по ладдеру. В среду был сыгран очередной Weekend Cup между победителями Fast Cup'ов. На этой неделе участников было в разы больше. 18 команд выполнили условия для получения инвайта, но похоже не все знают, что инвайт выдается автоматически. И из-за этого некоторые первые матчи были закончены техлузами. Но большинство команд играли и в финале встретились Вису и Прокас Судьи. Последние одержали победу и заслуженные слоты. В субботу был очередной Weekend Cup, где команды боролись за слот в Старквалы. В нем приняло участие 2 коллектива из Сэмми, но сетка построилась так, что они встретились уже на втором матче. После ОНЭК попали на Догму, которым и проиграла, а Догма дошли до финала, где их оппонентами стали Нёрдер. Победителем вышла команда Dogma Gaming. Воскресный Weekend был довольно-таки большим, так как участие в нем приняло 42 коллектива. Было много знакомых мне команд. Также было 3 коллектива из Сэмми, которых я раньше, увы, не кастил. До финала как раз и дошла одна из этих Сэмми команд. И там одержала победу над командой MORage. Ну и победитель получает шанс побороться за слот в Стар-серию. Также на этой неделе студия SLTV освещала турнир под названием Ставрополь Dota Cup. Турнир был слан финалом и призовым фондом. Первое место 15 тысяч, второе 8. Все матчи были очень интересными, так что советую вам пересмотреть вводы на нашем YouTube канале. Там имеется отдельный плейлист с матчами этого капа. И кстати, на днях я возьму интервью у одного из игроков команды победителя, так что следите за новостями на сайте и в группе. На этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также фолловите меня в Твиттере и ВКонтакте. Ссылочки в описании. С вами был Тексас. Пока!